Привет, меня зовут Пчельная Елизавета, я выиграла здесь 3 золотые медали, и я люблю Мэдвейв. И сейчас мы узнаем, за что этот турнир любят болельщики. Погнали! А в Беларуси любят Мэдвейв? Да, вы знаете, чемпионат проходит на таком уровне, что просто все в больших эмоциях. Говорят, что это самое лучшее, что вообще происходит в мире плавания, именно у нас в Беларуси, здесь в России. Мы обожаем Мэдвейв. У наших гостей есть Дзержинская. Я тоже хочу спросить, почему вы любите Мэдвейв? Мэдвейв – это круто. Мэдвейв – это уровень европейского чемпионата, даже мирового, наверное, чемпионата. Мэдвейв для малышей, которые должны научиться выступать в крупных соревнованиях, поэтому это круто. Вот так вот мы перед соревнованиями готовимся к старту. Здесь формирование заплыва. Ребята, я вам всем желаю удачи. А какая сегодня у вас выручка от товаров Мэдвейв? Колоссальная. Сколько вы сегодня продали розовых шапочек? Розовых нисколько, но много других продали. Штук 50 или 100. А рядом с нами самый главный болельщик Мэдвейв нашей команды, динамовец дядя Леша. Дядя Леша, за что вы любите этот турнир? Я люблю этот турнир за то, что это молодость, красота, сила, спорт. Замечательные, все. Больше нечего мне сказать. Любите спорт, любите плавание. Медвей челлендж, вперед! Это Андрей, наш комментатор. Андрей, какое твое самое яркое впечатление? Ты знаешь, твой дебют в качестве журналистки. Ты молодец. Никогда не отдаешь микрофон собеседнику. Молодец, ты будущая звезда не только плавания, но и, уверен, спортивный журналист. Девчонки, вы так круто плетете косички. Что вы еще делаете? Участвовали в соревнованиях. Поддерживали сестру. В этом холле, где проходит церемония награждения, мы случайно встретили моего тренера Аркадия Эдуардовича. Аркадий Эдуардович, как вы относитесь к соревнованиям Мэдвейв Челлендж? О, Лиза, я рад тебя видеть. Я случайно проходил здесь и встретил тебя. Мэдвейв Челлендж – шикарное соревнование, только даже потому, что я могу поставить тебя на 200 метров дельфина. Правильно? Тебе понравилось? Здорово? Вот. А потом еще проплыть кучу дистанций, сделать это весело, интересно. Ребят, а вы что здесь делаете? Мы просто пришли поболеть за своих. Нам очень нравится Мэдвейв и как его сделали. Сейчас мы находимся прямо перед стартовой тумбочкой. Сейчас мы спросим у судьи, тяжело ли судить Мэдвейв? Нет, на самом деле все очень хорошо, прекрасно, очень хорошо организованные соревнования. И нам очень приятно судить такие соревнования и смотреть на эмоции победы детей. А теперь мы возьмем интервью у болельщиц. Мы хотели бы поблагодарить организаторов Мэдвейв Челлендж за прекрасную организацию турниров. Мы уже приезжаем в 5-й раз на ваше мероприятие. Великолепная организация. Спасибо большое вам за то, что вы помогаете нашим детям раскрыться и показать свои таланты. Надеюсь, вам понравился мой дебют в качестве спортивной журналистки. Я старалась. Старайтесь и вы плавать. Любите Мэдвейв. На станке 5-й.